лучше подойдет для наезда. Не надо за каждой свинкой бегать, блядь, по полдня. Ёбнул раз, повесил, блядь, там ворот открыть не успеет. Блядь, и вот какая мразь поставила вот эту ёбаную карту. Ой, руин, ёбаный в рот. О, колокольчик. Было смешно сейчас. Знаешь, короче, у колокольчика наводка сработала на стену, когда Дэвид типа за стену зашел. Туда-сюда прыгать непонятно. Вот это? Просто капец сюда иду. Меня интересует только руин, который надо ломать быстрее. Вот он, я так и знал, блядь. Ну хорошо, блядь, быстро сломали. Ой, проклятая земля. Мда. А что мне конец? Ваншот или что-то я не знаю. Проклятая земля это была, а не руин. А, сука. Я же говорил. А, окей. Ты слышишь, ты заебал, я не знаю вашей терминологии, понимаешь, блядь? Я не знаю, какая проклятая земля, заебал ты нахуй. Я еще раз говорю, я играю в на английском языке. Поэтому будь добр тогда, блядь, не говори ничего лучше. Окей. Я лучше буду говорить, что она делает тогда. Ну или кого это? Значит, у него дух прокачан, окей. Так, придет. С чего ты взял, что там дух прокачан? Ну, этот перк просто у духа. И ну, что? Может, конечно, в храме купил. Давай так, ты оставляй свои теории для обсуждения, беспонтовые. Успокой его. А, окей. Ой, ёбку, дальше. Блин! Сломал.
хули нач, блядь, катка слита. Блин, в неудачном месте мы с Дэвидом чиним, тут без хита не уйдет никто. Кажется, нам конец. Короче, надо открывать люк, блять, и играть только на него. Блин, говно. Оно туда. А этот почему не двигается? Не понял. Он не двигался. Нормально. Как бы он выбился, если бы он двигался. Ну потому что. Ну сейчас, наверное, у себя убьет, блядь. Да? Я так и думал, нахуй. Все понятно. Долбоеб, блядь. Окей, тогда что-то заведу. Давай, держи. Я умираю, а ты ищешь люк. Тут скорее будет наоборот. А, ясно. Я себя, если я лягу, я просто прыгну осколком, лягу второй раз, убью себя на крюке. А он за мной идет как раз. Да, план сработал. Но я сейчас точно полягу. Нет, где тут даже нет. Они есть, но их уже продали. Он у меня. Ада, короче, умираю. Нет, не умираю. Да, может ты мне дашь, блядь, до локера добежать до какого-нибудь, чтобы я хотя бы смотрел. У него стопудов барбекю. Блядь, где все эти бьющие локеры? Блядь, что за хуйня? Не покивал. Я тебя пробил не буду даже. Пока можешь жрать, но все равно хилиться надо. Я не хотел отпускать.
Ну, в принципе, чё?